Несмотря на летний выходной день и студенческие каникулы, конференция проходила в Казанском университете, зал, вмещающий 1000 человек, был переполнен. Безусловно, среди собравшихся были не только одни сторонники Травкина, но и критики программы его партии. Но можно утверждать, что после этой встречи число оппонентов значительно сократилось. Выступление Травкина было встречено с симпатией, аплодисментами. Он рассказал о программе Демократической партии России, ее главных задачах – восстановление реального суверенитета России, становление власти Совета всех уровней. Единогласно были избраны татарское республиканское отделение ДРП и его руководитель, секретарь Ленинского райкома комсомола Казани Валерий Курносов. На конференции шел прием в новую партию, ряды которой в этот день пополнились несколькими сотнями казанцев. Затем в центре города состоялся многолюдный митинг в поддержку конференции.